Всем привет, ребят! Сегодня мне пришла большая посылка, вот такая, EMS-ом приехала. Это пришел мне телефон, но самое интересное, что весом эта посылочка 900 грамм. Я очень долго думал, что же можно было впихнуть к телефону еще такого. Может быть, думал, отправитель ошибся и отправил мне два телефона, потому что в среднем телефон в упаковке весит где-то грамм 450. Давайте-ка откроем и посмотрим. Съездил на EMS, забрал. У меня EMS переехал. О, прикольно. Прикольненько. Ну ладно. И тут прикольно. Нифига, я даже не заметил. Надеюсь, все у нас целое. А EMS у нас переехал в другой офис. Пришлось помотаться по городу. Так, давайте-ка смотрим. Что у нас? Здесь у нас приехал... А, это понятно, что у нас вместе еще допихали. Это у нас здесь приехал Yumi E-Max Mini. Так, что у нас здесь? Читаем. Ну, я думаю, вы не разберете. Я прочитаю. Android 5.0, 2 гигабайта оперативный, 16 гигабайт внутренний, 5-дюймовый экран, Full HD IPS, Sharp. Процессор Snapdragon 615 или MSM8939 8-ядерный. Камера 8, 13 мегапикселей, 2 сим-карты, ну и 4G. Давайте-ка посмотрим на это чудо. Так. А, я думал, где-то магнитно. А нифига. Так, вот у нас телефончик. Что-то я так начал говорить. Прикольненько, вот этой кругляшочкой, ну-ка, вот этой кругляшочкой похож на мой CoolPad. По-хорошему можно сказать, что почти это брат и близнец, хотя производители вообще ничего общего не имеют. На Yumi здесь заклеено, прикольненько. Так, давайте-ка посмотрим, у нас батарейка заклеена, нет? А, батарея у нас несъемная, да, я так понимаю? Да. Батарея 3050 мАч. Раз сим-карта, два сим-карта и карта памяти. Вот. Закрываем. Прикольненько, такой маленький телефон, а уже несъемная батарея. Так, давайте-ка включим. Yumi. Пошло. Здесь у нас кабель зарядки вот такой вот интересный. Такой интересной USB штучкой, штекером, бумажишка и европейская зарядочка. Ну, скорее всего, 2 ампера, не буду даже открывать. А что же у нас здесь пришло еще в коробке нашей на 400 грамм? Так, о, прикольно, это у нас Magic Glass. Магическое стекло от EMAX Mini. Это, я так подразумеваю, скорее всего, это даже не пленочки, это прям стекло. Да, это прям стекло. Защитное стекло, классно, 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 классно. Защитные стекла мне очень нравятся. Так, закрываем. Респект за вот такую вот, да, упаковочку. Так, смотрим, что у нас еще. Один чехол. Так, чехол. Ага, это у нас типа флипа. Вот такой вот чехольчик, клеющийся на заднюю сторону телефона, грубо говоря, белого цвета. Так, здесь у нас... Ага, здесь у нас такой же, только черный. Вот здесь подписано EMAX Mini. Прикольно. Это от производителя прям. Здесь у нас силиконовый бампер прозрачный. Что же, интересно, в последнем? А здесь тоже силиконовый, но не прозрачный. Прикольно, без упаковочки. Отправителю респект за такую комплектацию. Мне впервые приходит телефон в такой большой комплектации. С чехлами, с бамперами. Я думаю, это еще тоже добавит к стоимости телефона достаточно ощутимую сумму. А, я не закрыл, думаю, что-то как-то странно, мне телефон в руках лежит. Оказывается, я не дощелкнул. Так, прибавляем яркость, потому что просто очень прям тускло было. Ну, он, экранчик яркий. Бегает все быстренько.
Не знаю, что это за у нас ланчер такой, но достаточно симпатичный. И мне еще заинтересовало Wi-Fi роутер. Я так подразумеваю, что этот телефон можно сделать... По сути, это все можно телефоны сделать. Тут только вынесено это вот именно сюда. Кнопочки подсвечены прикольно. Вот видите. Ну ладно, давайте-ка посмотрим мы сейчас вот эту камеру. Как она фотографирует. Мне очень интересно. Так, это будет плохо фототься. А вот эту вот штуку. Текс. Камера. Камера. Так, добавлять геометки. Нет, спасибо. Нажмете для фокусировки. О, 10 фотографий делает одновременно. Ну, камера, в принципе, достаточно неплохая. Но пока мне сложно судить о качестве, если честно. Ну что, характеристики, в принципе, я сказал. Ссылочки на магазины, в принципе, в описании. Заходите, смотрите, где можно купить этот телефон. Стоимостью где-то примерно $140. Но в комплекте еще чехлы оригинальные. Не знаю, честно, сколько они стоят. Честно скажу, что этот телефон мне пришел с завода Yumi. За что им отдельное спасибо. Никакой договоренности, что я буду хвалить, радовать и навязывать этого производителя, не было. Так что будет только честный, позитивный обзор от меня. Хоть я человек не конфликтный, но если какие-то я найду косячки, я обязательно вам о них скажу. Но телефон пока мне очень порадовал. Кстати, экран у него якобы от Sharp. Ну, действительно, прям очень хорошо смотрится. Full HD. Но об этом я уже говорил. С вами был Сергей. Подписывайтесь на мой видеоканал. Ставьте палец вверх, ребята. Пока.